Итоги уходящей пятницы подводят наши корреспонденты и я, Мария Бересневич. Смотрите сейчас. Хлебом с солью Бобруйск встретил участников ВНК «Дружбы». Сюда были привлечены лучшие силы, какие мы только смогли найти в нашей стране. Во сколько посмотреть салют? Битва умов. Абитуриенты продолжают сдавать централизованное тестирование. Там где-то писала уже наугад, но я думаю, что все будет нормально. Надеюсь, хотя бы на 70 плюс баллов. Когда состоялся первый немой сейм Речи Посполитой? Палящее солнце и раскаленный песок. В Беларусь на выходных придет тропическая жара. Нужно дозированно купаться, выходить на теплый свежий воздух для того, чтобы прогреться и чтобы не было судорог. Что взять с собой на пляж? А также внутренний туризм, пенсионное накопление и необычный музей. Поезд Победы продолжает свое путешествие по белорусским городам, когда передвижная экспозиция сделает остановку в Бобруйске. «Будьте как дома». В Бобруйске прошло торжественное открытие 16-го венка «Дружбы». В кругу друзей – представители городов-побратимов, зарубежные творческие коллективы и порядка 200 ремесленников. В программе – экскурсии, город мастеров, фестиваль еды, мастер-классы, опен-эйр, салют и многое другое. В эпицентре событий оказалась Ольга Васяна. Первый фестивальный день начинается с мастер-класса славянских традиций от семейного коллектива из Санкт-Петербурга. Гости принимают участие в настоящих старорусских посиделках. Позже окунаются в мир художественных голограмм. В экспозиции представлено полсотни работ. Олимпийские мишки, слуцкий пояс, крест Ефросинии Полоцкой и книга царств. Это практически нанотехнологии здесь у нас присутствуют. И они позволяют перенести изображение в масштабе 1:1 на вот эти фотопластины и получить вот этот самый объемный эффект. В это же время в выставочном зале проходит презентация «Хендмейда» – клуба современного лоскутного шитья «Воложки». Здесь представлены 4 проекта – пояса, вытянанки, вселенная и фиранки. А это больше 50 работ. В основе изделий – лен и атласный искусственный шелк. Работы просто необыкновенные, настолько... во-первых, я впервые встречаюсь, с таким вот произведением искусства. Вот, я не знаю, прекрасное далеко для меня это вообще что-то такое вообще невообразимое. В Бобруйске мы уже не первый раз, и мы даже уже вторично участвуем в вашем замечательном фестивале. Очень рады, что нас пригласили, о нас помнят. И мы, конечно, с великой радостью откликнулись на это приглашение. Уже вечером проходит премьера мюзикла «Магия» Белорусского университета культуры и искусств. Локация Бобруйск. Арена. Артисты выступают в проекции 5D. Для театра это диковинка. Вращающаяся сцена и спецэффекты создают невероятную атмосферу. Сюда были привлечены лучшие силы, какие мы только смогли найти в нашей стране. То есть это и режиссер-постановщик Александр Вавилов, и очень интересные ребята, которые прошли жесткий кастинг. Спектакль проходит в сопровождении живой музыки. На сцене актеры-студенты из Беларуси и Китая. Сюжетная линия построена на истории нескольких молодых людей, которые стремятся попасть в шоу-бизнес, переживают взлеты и падения. Концерт мне понравился, а когда играла громкая музыка, у меня были мурашки по коже. Тоже очень понравилось то, что это все можно было видеть вживую. Затрагивают именно темы молодежи, проблем молодежи. И на самом деле нам было очень интересно смотреть. С удовольствием повторили. Второй день венка дружбы еще более насыщенный. Гости посещают еврейский дворик, кругу друзей, представители городов-побратимов. Тольятти, Наро-Фоминск, Грозный, Сызрань, Муром, Владимир и не только. После исторической справки мастер-класс в синагоге по изготовлению мацы. Кроме культурной программы, в плане деловые встречи. Будем подписывать важные документы. Это случится у нас должно завтра, когда мы подпишем соглашение о сотрудничестве. Во многих направлениях будем работать. Это промышленность, это предпринимательство, там, сфера деятельности. Мы сейчас можем лишь предполагать, наверное, там, направление, но изучая, там, скажем, развитие нашего города, промышленные возможности, Бобруйска, у нас много точек соприкосновения. Город Бобруйск очень динамично, хорошо развивается, чисто, красиво. Люди очень добродушные. К большой радости встретили, очень тепло, понравилось.
Тем временем на Фандоке колоритные песни исполняет коллектив из Тулы. Зрители – простые заводчане. Концерт народного творчества устроили и на Таиме. Здесь выступили представители Пскова. Заслуженный ансамбль «Сказ» презентовал сразу несколько номеров. Красивый парк, нам все очень понравилось. Облагорожено, хороший, чистый город. Надеюсь, что мы еще много всего интересного увидим. После обеда самое главное – возложение цветов у памятника танка на могиле генерала Бахарова, что как никогда символично в год исторической памяти. В числе участников руководства города, гости, представители различных организаций и предприятий. Дальше – шествие от площади Победы до Бобруйск-арены. Венок дружбы, фестиваль, самый лучший фестиваль в мире, я думаю, и... Я очень люблю Беларусь. Открытие города мастеров, пожалуй, один из самых долгожданных пунктов программы. Сюда съехались около 200 человек. От ремесленников до гончаров. Золотые руки, безусловно, у всех. Но эксклюзив ярмарки – художественная гальванопластика. Это молекулярные картины из металла. У меня много икон. Чтобы изготавливать иконы, я в 95-м году, если я вот не ошибаюсь, получил благословение у нас в Гомеле у владыки Аристарха. Кроме икон у меня есть еще батальные сцены, много геральдики, много как бы пейзажей. На полках не одна тысяча изделий. Шкатулки, магниты, кухонная утварь, копилки и обереги. Найти что-то по вкусу под силу каждому. Представлены здесь и славянские аксессуары. Соломенные шляпы и ободки, лапси, плетеные пояса, плюс подвески с натуральными камнями. Здесь можно не только найти уникальные вещи, но и вкусно покушать. В меню национальное блюдо и, конечно же, всеми любимые шашлыки из свинины. 100 грамм обойдутся в 4 рубля 20 копеек. Но самое главное – торжественное открытие фестиваля и насыщенная музыкальная программа. Уважаемые наши гости, я искренне приветствую всех на открытии 16-го международного фестиваля народного творчества «Венок дружбы». Продегустировать шкварки, драники, колдуны и зразы можно будет уже в субботу. Фуд-флешмоб «Запрошаем смачное есть» развернется у Ледового дворца в 14.30. Через полчаса в парке культуры и отдыха начнется фестиваль «Красок Холли». А в 18.00 на территории Бобруйск-арены выступит Руслан Алихно. Не обойдется и без праздничного салюта. Залпы прогремят в 23 часа. После танцы до утра с топовыми диджеями России и Беларуси. Ольга Васенда, Максим Кембель, Максим Галионко, Станислав Чечерин, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360. Один звонок и паспорт в кармане. Бобруйский биометрический документ можно оформить прямо на дому. Выдают как паспорт, ID-карту, так и гражданство. Специалиста можно вызвать по любому адресу в рабочее время. Цена услуги 60 рублей. Плюс доплата за удаленность места, куда приглашают сотрудника отдела. Стоимость рассчитывается индивидуально. К слову, в городе выдали уже без малого 2000 удостоверений нового образца. Обращаться нужно в наше подразделение по телефонам нашей службы. Мы предварительно записываем гражданина, на какое время будет удобно, чтобы мы приехали. Плюс сразу просчитываем сумму, которую нужно будет оплатить гражданину. В Беларуси для пользования внутри страны применяется ID-карта для выезда за границу, паспорт с чипом, где хранится информация о владельце, в том числе фотографии, отпечаток пальца и электронная подпись. Такие документы имеют значительно большую степень защиты, чем старого образца. Каждую неделю удостоверение нового поколения получает 2500 белорусов. Здоровый отдых, новая программа и дополнительный бонус. Стала известна сумма надбавки для медиков, кто получит больше всего. Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. Минздрав определил размеры надбавок медикам. Так, оклады специалистов отделения анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии увеличатся на 200%. У среднего персонала – на 70%. Скорой помощи для врачей выездных бригад установили доплату в 135%. Изменения также касаются выпускников медвузов, которые работают по распределению. В стране спрос на внутренний туризм увеличился в 7 раз. Особой популярностью пользуются санатории. Сейчас здесь отдыхает около 25 тысяч белорусов и зарубежных туристов. На лечение приезжают из России, Азербайджана, Израиля, Литвы и Эстонии. Есть интерес и к оздоровлению детей, особенно в загородных лагерях. В Беларуси с 1 октября вводится новая программа пенсионных накоплений с поддержкой государства. Каждый застрахованный получит софинансирование будущих накоплений пенсии, а экономика – дополнительный инвестиционный ресурс. К слову, в нашей стране выплаты получает каждый четвертый житель. Новый вид мошенничества набирает обороты в интернете, на этот раз через кинотеатр. Один из вариантов – девушки под предлогом знакомства пишут в соцсетях и зовут на фильм. Присылают фейковую ссылку на оплату билетов. Самый надежный способ не попасть на удочку – купить квитки в кассах заведений.
Поезд Победы продолжает свое путешествие по белорусским городам. Познакомиться с уникальным музеем смогут и бобручане 30 июня. Всего 9 вагонов, в каждом экспозиция, посвященная определенному этапу войны. Внутри полсотни видеопроекторов и 18 видеостен, которые помогают сполна ощутить события Великой Отечественной. Проверка на эрудицию. В стране продолжается централизованное тестирование. Позади уже белорусские и русские, обществоведение, математика и биология. На очереди иностранный. Пройдет он 25 июня. Карина Гуревич знает пару лайфхаков. Для Карины Самцовой ЦТ по биологии уже второе испытание. Позади русский язык, впереди история Беларуси. Девушка признается, хотя и чувствует легкое волнение, в результатах уверена. Свои силы в нее вложили как школьные учителя, так и репетиторы. Мечта абитуриентки – поступить в столичный педагогический университет. Часть была задачами сложновато на самом деле. То есть на третьем РТ такого не было. Такое было на втором РТ, ну, я думаю... Там где-то писала уже наугад, но я думаю, что все будет нормально. Надеюсь, хотя бы на 70 плюс баллов. Вот. А часть была легкая, в принципе. Абитуриенты по всей стране справляются с одним из самых важных испытаний в жизни – централизованным тестированием. Позади уже белорусский и русский, обществоведение, математика и биология. В пункте, расположенном в аграрно-экономическом колледже, на последний предмет записался 381 человек. 17 не пришли. Будущие студенты, напомним, обязаны прибыть в место проведения ЦТ не позднее, чем за 30 минут до начала. С собой заполненный и зарегистрированный пропуск, паспорт и черная гелевая ручка. У нас очень хорошие, ответственные организаторы и организаторы в аудиториях. Поэтому, если какие-то вопросы и возникают, то они устраняются сразу же, буквально сиюминутно. И многие ребята прошли уже репетиционное тестирование, поэтому особых проблем не вызывает занесение данных в бланк ответов. Зубрить даты, формулы и правила уже поздновато, однако есть несколько советов, которые помогут успешно сдать ЦТ. Во-первых, хорошо отдохнуть, выспаться и разгрузить мозг. Можно повторить пару проблемных моментов, но не стоит переусердствовать. Перед самим испытанием не пренебрегайте завтраком. Съешьте что-то легкое, но сытное, например, кашу с сезонными фруктами и чай. Выберите комфортную одежду, которая не будет сковывать движение и отвлекать на себя ваше внимание. Решать задания лучше по порядку, чтобы не сбиться при переносе ответа в бланк. Не стоит оставлять пункты без ответов, всегда есть шанс вычислить верный. И главное, сначала сосредоточиться на тех вопросах, где есть стопроцентная уверенность. В этом году на тестирование записалось почти 62 тысячи ребят. По итогам первого дня с ЦТ по русскому удалили троих за использование телефонов. На обществоведении таких смельчаков не нашлось, а на математике абитуриент не прошел испытания из-за шпаргалки. Напомним, если выпускник не попал на тест по уважительной причине, он имеет право сдать его в резервный день 12, 14 или 16 июля. Следующая проверка знаний по иностранному. Намечена она на 26 июня. Карина Гуревич, Станислав Чечерин, Бобруйск, 360. Зачем мне солнце Монако? В Беларусь придет тропическая жара. В субботу столбик термометра поднимется до плюс 29, в воскресенье покажет 32 выше нуля. На следующей неделе в прогнозе до плюс 34. В знойную погоду излюбленное место отдыха у воды. Главное выбирать разрешенные пляжи. Также важно не заплывать за буйки, брать с собой головной убор и солнечные очки. И ни в коем случае не оставлять детей без присмотра. На воде запрещено балластво, запрещено нырять, прыгать сплав средств, подплывать каким-то плавательным средством, заплывать за буйки, за ограждения. Ну и, конечно же, бояться переохлаждения. Нужно дозированно купаться, выходить на теплый свежий воздух для того, чтобы прогреться и чтобы не было судорог. Только за последние две недели в Беларуси утонули 39 человек, трое из них – дети. Зачастую причина гибели – алкогольное опьянение и купание на стихийных пляжах. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо!